Yatan değil herhalde işte. He. Utanmaz yatasın neyi önünde? Kayışla. Vuracağım ama aşağıda. Mikro da para mikro kadar. Ha. Bizim biri çok uzun bir yatan dedi. Ооо, блин. Яла сізге. Шлем, шлем, хабы. Ну, мин. Ну, чинки, ты где, я устрага да кирек, трегали. Эра, эра. Синий кевосен. С помощью ножниц подгоняю заглушку под туманку, вот такую заглушку десяточную, здесь вот таким образом, сейчас зафиксирую. На стяжке с обратной стороны сейчас поставлю.
Вот такие замечательные колпаки от Citroёna поставлю сейчас. Все, готово. Туманки не получилось купить. Хотел все-таки взять туманки, но дорогие оказались, где-то по 1500 за штуку. Не хотелось вкладывать. Так, заглушки буквально рублей 60. Или сколько там получилось, примерно так комплект. Очень сильно освежилась, конечно, внешность машины. Да и механическая часть уже без вложения. Сел и поехал. В общем, если округлять сумму вложения, где-то полностью машина мне встала 105 тысяч рублей. Ну, плюс-минус копейки я не считаю, конечно, 105 тысяч. Буду в Авито выставлять 175, а там уже по факту, как будем разговаривать с клиентом, с реальным покупателем уже. Друзья мои, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, заходите на наш Инстаграм. Увидимся, пока!